заходи на Анвап. Смотри фильмы онлайн или качай на телефон или планшет бесплатно. Лесни две водки содовой. Сейчас. Спасибо. Знаешь, сдачи не надо. Спасибо, чувак. Да, я тоже хочу с тобой встретиться, Мэдисон. О, вот это зачетные сиськи. Джереми? А, вы ошиблись. Ну, это же ты, не? Ну да, но ты не... Я Мэдисон. Это я. Шутка. Видел бы ты себя, очуметь. Боржака. О, но я сын, что я не она, я не Мэдисон. Слава яйцам, у меня чуть все не отсохло. Ты не в моем вкусе. Да, проехали. Да. Знакомство в сети, такая засада. Вдруг человек окажется полным уродом и внутри, и снаружи. Да, 100%. Да. Только Мэдисон-то где? Не-не-не, Мэдисон не придет. Что? Как это? Она просила проверить, любишь ли ты ее. Очевидно, что нет. Так что прощай. Стой, не-не. Ну, конечно, я ее люблю. Я что, зря месяц с ней переписывался? Она та, кого я не отправлю делать аборт, и которой буду на детишек деньжат подкидывать. И даже по выходным их навещать. Брать там на ручки, нянчиться с ними, или что еще нужно, хорошо? Вот как сильно я ее люблю. Клянусь яйцами. А вот слабо полюбить ее с изъяном. Да легко. У нее порог сердца или какой-нибудь простатит? У Мэдисон врожденный нулевой размер. Но на фотках они... О, да, но это все мейкап и силиконовые вкладыши. А в реале у нее вообще минус первый. Минус первый в квадрате. Батарейки в наручных часах и то больше бывают. Вот почему она не хочет тебе показываться. Пока грудь не увеличит, ждет операцию. И когда операция? Сколько ждать? Год. Чё? Силикон не бесплатный, она копит. И сколько надо? Да там $300 или 500, если уж накачать по полной. Ладно, передай. Я дам ей $500. Хочу ее порадовать. Ты бескорыстный и щедрый. Знаю. Переведешь на карту или дашь налом? На карту. Вон она! Разводилась сиськами! Держите ее! Пора сменить локацию. Эй, номер карты-то дай. Идиот, она сбежала. Мы хотя бы не отвалили ей 500, кретин. Мусорное платье действует безотказно. Добро пожаловать во Францию. Здесь развлекаются богатые. Thank you.
For Helletos. Пошла вон от француженок одни беды. И побрей подмышки, милая. Давай еще раз. Простите, месье, но вы проигрались. Ах, Ольнюк Яфт. Погоди-ка, у меня есть кое-что. Как вам такая ставка? Красивый, но я не могу принять эту ставку. С какой стати? По слухам, драгоценностями своей жены вы покрываете карточные долги. Это возмутительная ложь! Виски. А, прошу прощения, сколько стоят красные? По 1000. А синие? По 5000. Обожаю игру с колесом и шариком, но никак не запомню правила. Здравствуйте. Здравствуйте. Матиас Альбрехт фон Ридигер, дер Кляйнстроген, к вашим услугам. А вы? Дженет. Дженет, какое прелестное имя. Вы американка? Да. А я из Дании. Как русалочка? Почти. Как вы оказались на юге Франции? Прилетела. Я о телевизии. О, сделала себе любимый подарок. Я выиграла в лотерею. Надо же! Крупный выигрыш. 87 миллионов. Ольнюков, доктор Манбан. Не понимаю по-европейски. Дженет, у меня в штанах есть кое-что, что вам очень понравится. Фу. Нет, нет, нет. Это. О! Браслет моей матушки. Вы позволите? С радостью. К сожалению, я вынужден его продать. Все время напоминает о ней. Дорогущий, наверное. Вы абсолютно правы. 500 000 долларов. Люблю все блестящее. Вам повезло, он почти ваш. Безумие, я... Фишек хватит? Это сколько? Нисколько, это подстаканник. И нет, здесь не хватает, но доплатить можно иным способом. У меня назначена встреча на 9. Аналогично. Я забочусь о своей репутации. Аналогично. У меня есть парень. Аналогично. Инспектор Дежардан, полиция Бомон-сюр-Мер. Пройдемте. Так, жена подослала. Взятки берете? Спокойно, я за ней. Она арестована. Что? Она украла фишки у этого доверчивого человека. Это мадам, известная аферистка. Нет, она тупая американка. Нет, вы ошибаетесь. Она обещала бедняге продемонстрировать чудеса постельной акробатики, верно? Да, Нати. И верните браслет. Вози. Подделку отличит лишь эксперт. Или жена. Спасибо, Альберт. Все прекрасно. Отлично, Брижит, ты нашла идеальную жертву. Твоя любимая фраза? Обманывай того, кто врет сам. Что ж, покупатель в Цюрихе ждет свой браслет. Арвуар. Не филе миньон. Отличный выбор. Так, здесь свободно. Я сяду. Жрать хочу, помираю. Тройной чизбургер заточить бы. Хотя... Стакан воды, пожалуйста. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Тут у вас пакетики с сахаром. Они же бесплатно? Да. Класс. А. Ну вот и наелась. Мне надо экономить, чтобы спасти сестру. Вот. Это ваша сестра? Сводная.
Но мы близки. А что случилось? Ее похитили. Похитили? Кто? Работорговцы, которые поставляют молоденьких девственниц престарелым папикам на яхты. Ужас. Брать-то надо было подружку ее. Потаскуха она редкостная. Тиффани. Тиффани потаскуха? Я этих упырей нашла. А они такие... Премиальное австралийское мясо завтра на аукционе. Моя сестра точно подходит под это описание, согласны? Да. Я проберусь на корабль и выкуплю ее. Ужасно. Я вам так сочувствую. Закажите поесть. Не-не-не-не. Да. Нет. Я оплачу. Нет, я не могу. Нет, я настаиваю. Принесите двойной бургер и картошку фри с луковыми кольцами. Еще хочу креветочный коктейль. Он свежий. А еще что за... Суп дня. Если холодный, то не надо. Какой урод его придумал? Лучше тогда салат «Цезарь». И два куска торта. Вы торт будете? Нет. Три куска торта и диет-колу. Спасибо. Здесь вам будет спокойнее, мисс? Да, вполне. Еще раз простите, у нас часто лампочки мигают в сидячем. Эпилепсия – страшная напасть. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Прошу меня простить, я невольно подслушала вашу беседу в вагоне-ресторане. Сочувствую вам. Mm-hmm. Я про несчастье с вашей сестрой. А, да все в порядке. Позвольте поинтересоваться, давно ли ее держат в неволе? Знаете, Жозефина Честерфилд. А я Пенни. Редкое имя. Ага, чё как. Ну, типа того. Короче, ехать еще очень долго, и вы, похоже, не отстанете. Так что я скажу прямо, нет у меня никакой сестры. Вы обманули того человека? Ну, вообще-то да. Я мошенница. Аферистка. Он был к вам добр, оплатил ужин. Потому что я ему зачетную тёлку показала. Женщина из сентиментальной. Вот вы тут соплёй сходили, пожалели меня. В общем, сочувствовали. А мужики это чуют и пользуются нами. Так что я всего лишь обернула ситуацию в свою пользу. То есть теперь я использую их. И много ли у вас коллег? Сестер по оружию, так сказать. Ну, моего уровня никого. Действительно, вы одна в своем роде. Ну, если только Медуза. Кто? Это типа королева аферы. Болтают, что она взглядом может заморозить мужику счета. Что ж, сегодня мой кругозор невероятно расширился. Куда вы направляетесь? Еду в один город у моря, Бой-Монсюме. Там богатенькие мужики на каждом шагу. Вас ввели в заблуждение. Я живу в Бомон-сюр-Мер, и этот городок – сердце лесбийской коммуны. Да ладно. Думаю, в Портофино у вас больше шансов. Может, тетку обработать? Я не в теме, но где наша не пропадала? Но разве ваша философия не базируется на эксплуатации мужчин, Пенни? Пенни? Не поняла. Пардоньте, я тут в игру рублюсь на мобиле. Разумеется. Простите, предупрежу маму, во сколько меня ждут. Да, тише. Бонсуа, мама. Эля-ля, мама. Да, у нас тут небольшая проблемка. А машина у вас есть? Конечно. О, шикардос, подбросите меня. Что? Вы уже уходите? Боюсь, что так. Пока-пока. Пенни? Говоришь, Портофино на следующей остановке? Йоу, угу. В Портофино мы зажжем! Шапити до меня векнула ля торсусма. Что? Не понимаю, что ты сказал, но мой ответ... Как прошло? Сделала, что смогла, времени не было. Жан и Лил Багет были на высоте. Зачем нам пришлось их задействовать? Нарвалась на белобрысую бродяжку, уверенную, что она аферистка от бога. Тебе она не конкурентка. Осторожность не помешает, Брижит.
Браконьер, стреляя по зайцам, может спугнуть крупную дичь. Давай о деле. Итак, наша цель — Грегор Григорский. Сколотил состояние на канцтоварах, четырежды женат, истинный романтик. И он подъедет вот-вот. Вуаля! Кто это с ним? Вы обязаны спасти сестру, пока ее не обесчестили. Точно. А то как обесчестят, так она сразу и обесценится, верно? Брижит. Поняла, займусь. Грегор, вы не представляете, что могут сделать эти деньги. Врубай, Марсель! Вот так. Хорош. Ну что, мальчики, еще раз? Будете подавать заявление? Да. Похоже, что ее сестра не девственница. Он сам мне деньги дал. Каким боком я закон нарушила? Схватки. Такой стресс ребенку вреден. О, моя малютка. У нас дружный коллектив, Бомон-сюр-Мер, мадемуазель. И вы здесь нежеланный гость. Что? А, да, слышала я про ваш коллектив. И поэтому я сюда и приехала. Экспериментировать и все такое. Понятно? Не то, да. Инспектор. А может, как-то договоримся? По-нашему, по-девчачьи. С беременными не встречаюсь. А вообще-то я кое-кого из ваших тут знаю. У вас есть знакомые в Бомон-сюр-Мер? Да, да. Зуб даю, вы с ней знакомы. Она важная, богатенькая. Немного смахивает на трупик библиотекарши. Она б вам за меня устроила. Вот она что. А как ее зовут? А как зовут? Зовут Джоанна Регина Джоджоа Регина Чарльстон. Нет, Шарлотта Пэмблем. То есть Памела Пернила Пенди Симмонс. Нет, стоп. Дженнет Максфилд. А, Шарлотта Джозефсон. Джозефина Честерфилд. Точно, она самая. Надо звякнуть ей. Давно пора. Скажите, чтоб вытащила меня. Спасибо, вы очень любезны. Пенни, обвинения против вас не очень серьезные. Да. Инспектор Дежардан держит вас здесь ради вашей безопасности. С чего бы? Вы обманули опасного русского мафиози. Жесть. На свободе вас ждет верная смерть. Или хуже. Я не хочу здесь торчать. Секунду. Прошу. Уан Вадиней. J'ai bien envie d'un salat César. Un salat César. Oui. Пенни, вам есть чем подмазать нужных людей? Есть персиковый бальзам для губ в дорожной сумке. Пойдет? Деньги. Пенни, у вас при себе сколько наличных? 8 тысяч долларов. Этого хватит, чтобы тайно вывести вас, но обещайте, что вы больше никогда не вернетесь в Бомон-сюр-Мер.
Никогда. Честно, причестно. Держитесь, Пенни. Этот кошмар почти позади. Эй, я знаю, что вела себя как настоящая стерва. О. Наболтала гадости за спиной. И фотку запостила. А. Но ты меня вытащила из тюряги, так что ты славная Чика. Старайтесь не выделяться из толпы. Знаю, задача для вас сложная, но не попадитесь прихвостнем Грегора. И что это значит? Салют, мы типа вместе, если че. Типаж. Ну. Пилот занят, так что... Так. Ну-ка. Только давай по-быстрому, а то уже обедом пахнет. Где он? Я же... Что? Где он? Слушай, ты голум фашистский. Чё надо? Где он? Кто? Ты с ней разговаривала в аэропорту. С Жозефиной? Вот ее настоящее имя. Вы с ней вместе? Нет, она с той полицайкой. Хотя, может, просто дружат. Сейчас не поймешь, кто что с кем. Полицейская тоже в деле? В каком деле? В афере. Она украла бриллиантовый браслет моей жены за $500,000. Ни хрена себе. Теперь жена подала на развод. Тварь. Ты с этой воровкой или нет? Нет. Я вообще-то работаю на СРУ. Не понял? Ну, СРУ. Вы что, не слыхали? Это известная организация, серьезное разведывательное управление. То есть ЦРУ? Не, они болваны. СРУ. Раз я в СРУ, все будет в шоколаде. Я добьюсь справедливости. Хорошо. Ага. Да? Чем помочь? Сначала нам надо срочно чпокнуться. Для прикрытия. Чё ржёте? Вы не в моем вкусе. Аналогично. В сон клонит. Аналогично. У меня много болезней. Салют, Дженнет. Или звать тебя Медуза? Не понимаю, о чем ты. Да что ты. Доставь это в мои покои, седовласый прислужник.
Тогда одолжу у тебя зубную щетку, леггинсы, пару стрингов. О, и стринги на выход. Проблемы? А, вот и мадам полицай. Вы тоже в деле? Лапши на уши еще не хотите подбросить? Не волнуйся, Брижит, вы с Альбертом свободны. Да. Чао-какао. Мой обед подайте у бассейна, и у меня непереносимость салатов. Чего ты хочешь, Пенни? Да вот этого! Я хочу так жить! Я поняла, как мелко плаваю только благодаря тебе. Научи меня своим сахарным штучкам. Сделай из меня шикарную крошку. И зачем мне это? Да, такой напарнице ты даже и не мечтала. Ну нет, я одиночка. Здрасте, а как же Трансбарби и старый Хрычкен? Они работают по найму. Ха, ясно. Ну, ты вот еще что учти, я ж могу стать для тебя такой занозой в заднице. Типа как герпес. Пару уколов, и ты исчезнешь без следа. Ты не в теме. Герпес — это на всю жизнь. Да неужели? Облом. Похоже, ты тут решила плотно осесть. Грустно будет, если тебя накроет Интерпол. Один звонок, и все. Ту-ту-ту-ту-ту. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Алло, Интерпол? Скажи, Пенни, почему женщинам аферы удаются лучше? Симулировать наш конек. Есть одна непреложная истина. Мужчины никогда не признают, что женщины умнее их. Они недооценивают нас, а мы этим пользуемся. Значит, ты согласна меня учить? Урок начался. Да! Стоя, что ты сейчас сказала? Я думала, ты с морем разговариваешь. Чего хотят мужчины? Сисек. Нет. Сзади. Спереди? Сообразить на троих? Сдаюсь. Чего? Какой ответ? Они хотят быть героями. И самое желанное для них – это слабая женщина. Смотри. Гаси, ты запросто можешь пустить слезу? Слезинка дрожит в глазу, как дрессированная. А можешь, чтоб по щеке потекла? Ого, круть. Так, а можешь втянуть обратно? Попробуй. Сейчас. У тебя что, судороги? Нет, зачем спектакль? Ты красотка, что еще? Этого мало. Красотка – это не карьера. Красотке за побрякушки придется платить, и вовсе не деньгами. Телом, Пенни. Урок второй. Изучи объект. Рыцарь на белом коне. Здесь достаточно банальной схемы со спасением. Например, ты тонешь, он бросается в воду. Следующий тип – хвостун на выезде. Рисуется перед друзьями и отличается повышенной активностью в соцсетях. Что за... И самое важное, будь готова к любой ситуации. Thank you.
Здрасте. Как ваше ничего? Да, изысканный прием. Знаю, у меня у самой 7 домов. Она готова. Я готова? Да. Не понимаю, зачем. Ты презираешь таких, как она. Сейчас, кстати, в карьере уровень воды выше обычного. Раньше весны тело не найдут. Только скажи или кивни. Так ты будешь ни при чем, а я все сделаю сама. Не стоит. Мы красиво введем ее в игру, а потом красиво выведем. Это намек? Убрать? Поверь, Брижит, все отлично складывается. Ведь с Пенни мы, наконец, разыграем Властелина колец. Думаешь, она справится с такой сложной схемой? Кто наш первый объект? О, Говард, я не выйду за тебя! О, не расстраивайся, мой сладкий пончик. Нет такой проблемы, которую Говард Бейкон не решил бы. Ты не можешь взять в жены нищебродку. Печенюшка моя, ты же 63-я в очереди на английский трон. Я знаю, но я же разорена. Кроме титула у меня ничего нет. Ты думаешь, я хочу твои миллионы? О, моя булочка от бургера. Послушай меня. Мы поженимся и улетим ко мне домой в Техас. Я представлю тебя моим друзьям. А когда стану сенатором, ты всегда будешь рядом со мной. Красивая и тихая. Ты же не разобьешь мне сердце, брюшек кремовый. О, Говард, я таю от твоих кондитерских прозвищ. Единственной твоей заботой будет сохранить прическу в нашем влажном климате. Мои локоны в любом климате хороши. И гортензии там точно понравятся. Гортензии? Моя сестра. Я тебе не говорила о ней? Я не могу ее бросить здесь одну. Ты хочешь сказать, что я приеду домой с 2 принцессами, а не с одной? Хочешь познакомиться с ней? Конечно, Зефирка. Мне кажется, вся королевская стать досталась моей дорогой сестре. Ух, во мне нет и капли величия, коим наделена гортензия. Частные пляжи на Лазурном берегу под запретом. Но поставил табличку «Ядовитые отходы» и вуаля! Бабушка была находчива. Сестра живет здесь? Да, в своем маленьком замке. Прошу, ты же привит от столбника? Что? В каждой королевской семье не без урода. Но это не про нас. Няня Гертруда воспитала нас рассудительными девушками, разумными и до скуки нормальными. Запомни, ни на секунду не поворачивайся к ней спиной. Как бы по этикету? Как вариант. А мы пришли. Гортензия, у нас гости. Она такая робкая. Не стесняйся. Придумала. Попросим придворных помочь нам. Ах, ты ж моя зайка. Только она у меня и осталась. Идем знакомиться. Принцесса Гортензия Нортон Бертон Сакс Габсбуржская. Позвольте представить Говарда Бейкона. Мадам, леди? Сэр Бейкон, добро пожаловать ко двору. Твои воины голодны, а кони и шлюхи хотят пить. Шутница. Она понимает, что у тебя нет коней. Лукреция, медовухи. Пошевеливайся, чего ж ты меня при гостях позоришь? Сегодня особый день, сестра. У меня потрясающая новость. Говард и я поженимся. Врешь. Ты и ты. Гортензия,
Гортензия, не смей кидаться короной. Пользуйся человеческой речью. Ой! Нет! За что? Я знаю, от чего она так расстроилась. Нет! Не бойся, сестра, мы не уедем без тебя. Ты поедешь жить вместе со мной и Говардом в Техас. В Техас? Ура! Отпразднуем это танцем у шеста! Обещай, что позаботишься о ней, если я умру. Я хочу Прима Нокта. Разумеется, мы уважаем традиции нашей семьи. Прима Нокта! Прима Нокта! Прима Нокта! Что за Прима Нокта? О, после бракосочетания старшей сестры младший имеет право либо возлечь с женихом, либо сразиться с ним. В любом случае, это происходит в присутствии придворных. Но ты ведь не против, правда, дорогой? И младшей сестренке не быть в сторонке, и смерть тебе. Словечко, свадьбы не будет. Говард, кольцо! Оставь себе! Энрике, продолжай. Итак, ты говоришь, как много выиграл от миграции в Штаты, но ты уверен, что во Флориде нет места новым мигрантам из Гватемалы. Я правильно понимаю? Да, полагаю, что сестра! В данный... Сестра! 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 Гортензия, сестра! Где твои манеры? Как ты ведешь себя при госте? Прости. Вы дозволите мне срочно отойти в туалет? Ну, разумеется, милая. Спасибо. Сэр, вы... Не выручите даму. Замочек заржавел мой. Гортензия, я же запретила купаться в бассейне в трусах верности. Альберт, она опять за старое. И с огнем! Выпускайте пузана! Она хотела сказать фазан? Вовсе нет. Не тревожься, она никудышный стрелок. Узрите, пузан! Видишь? Неожиданный поворот. Брижит, твои 20 тысяч. Ты аж похорошела, Брижит. Альберт, ваши 10. Все равно б не дала тебе. Всем спасибо. Как это спасибо? А где же мой налик? Моя доля. Кусманчик-то где? Моя котлетка. Давай. Ученик работает даром, пока не защитит диплом. Что за байда? Я чуть не сдохла в роли ее высочества Гортензии диковатой, пока ты тут чирикала и охмуряла мужиков. Пенни, сколько у тебя денег? Только честно. $500 000. О, скромные сбережения на черный день. Все в наличных, полагаю? В биткоинах. А чё? У тебя сколько денег? А с недвижимостью почти 29 миллионов. А, я-то думала, недвижимость не в счет. В таком случае у меня все те же 500 000. Как я заработала свое состояние? Разумные инвестиции. Ты инвестиция, Пенни. Прибыль с тобой я начну делить, когда окупится вложение. Без меня б ты это дельце не провернула. Посмотри правде в глаза. Мы команда. Пенни, если хочешь стать как я, надо... А кто сказал, что хочу? Нафига мне это? Я не хочу быть... Лохушкой в костюме зебры на мескалине. О, прости, звонила королева, просит вернуть корону. Да все знают, что ты из Висконсина. Торчишь в этих хоромах, жрешь свои салаты и пьешь вино, от которого почти не накрывает. И ты такая, о, как там мои драгоценные акции поживают по индексу Nasdaq. Или вот, обновлю-ка я коллекцию своих мальчиковых голов. Или очередной...
клитор динозавра! Или еще одну поганую статую! О, живая! Это мадагаскарский синий пантеровый хамелеон. Вымирающий вид. Правда? Прям как ты. Знаешь что, Джо? Я класть хотела на то, что ты легенда. Не желаешь платить мне за работу, тогда до свидос! Пошла ты, медуза! Я не медуза. Вот и избавились. Что с вами, мисс? О, врача! Врача мне! На помощь кто-нибудь! У меня инсульт, я не чувствую своих сисек! Что с вами, мисс? Может быть, можно встать? Все зашибись, правда, сестра? Да, прям сейчас резко полегчало. Вставай, кисуня, нечего валяться. Позвольте, я помогу. Спасибо. Она цела. Походу, это отрыжка. Скорее на пляж. Как жизнь, Джо? Мы же попрощались. Попрощались. Но я поняла, какое тут райское место. Знаешь, Бомон-сюр-Мер слишком тесен для нас двоих. Нет, я не согласна. Эй, здесь мой дом и моя работа. А... ты слон в моей посудной лавке. Да, а ты? Ты жить мне не мешаешь особо. Вали отсюда, трачиха кругломордая! О, осторожно! Еще разрушишь свой образ томной динамо-машины. Все, идем. Эй, пусти! Рука, рука! Грабли прочь от красоты! Я девушка нежная! Предлагаю решить вопрос, заключив пари. Территорию поделим? Типа, кто выиграл, тому поляна? Проигравший. Исчезни. На что спорим? На мужчину. Остается та, кто первый разведет его на деньги. Зачетная тема. А на сколько? На сумму твоей заначки. 500 000 долларов. Прости, жирновато для тебя? Жирновато? Мое тело на 98% состоит из жира. Так что не жирновато, ясно? Кто цель? Может быть, он? Да он дитя. Что, зеленоват для тебя? Гийом, что? Этот юноша, постоялец отеля? Да, это Томас Вестерберг, создатель приложения Яхам. Лопни мои глазоньки. Что? Что такое Яхам? Серьезно? Ну ты дремучая! Это офигенская вещь! Нажимаешь кнопку «Чморить всех друзей» и секунд через 10 их у тебя нет. И кому-то это нравится? А кому-то нравится Рождество. Так он IT-миллионер? Миллиардер скорее. Ну что, забились? 7 дней. Пусть победит сильнейшая. Дайте мне крутануть разок эту штуковину. Понял. Не положено. Замолчи, Томас. Месье? Да? Делайте ставки. Ставки больше не принимаются. 18, красная. Простите, простите. Эй, алло, слепая идет, не видите, что ли? Разойдитесь, ну. Да. О,
Простите за вторжение. Есть ли за столом еще местечко? Свободных мест нет, мадемуазель. О, что поделать? Нет, мисс, мисс, простите, я вам уступлю свое место. О, мой герой, обойдемся без жертв. Можно поставить еще один стул, если ваш сосед немного подвинется. Хорошо, придумали. Не возражаете, сэр? Подвинетесь? Капелюшечку. Присаживайтесь. О, прошу. Спасибо. Вот. Вы очень предупредительны, снезрячий. Моя бабушка была слепой. Что вы? Угу. Совпадение. Изучи объект. Прошу делать ставки. О, сделать ставку за вас? Да, пожалуйста. Не вопрос. И выберите номер. Мне сейчас не помешает удачливая рука. Хорошо. Спасибо. Держим кулачки. Ставки больше не принимаются. 21 красная. Получилось, нет? Проигрыш, простите. Как? Да, бывает. Мой последний шанс. Последний шанс? Что? Стойте! Мисс! Мисс, подождите! Мисс, где ваши фишки? Да, спасибо. Спасибо, извините. Спасибо. Мисс! 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 Ваш выигрыш. Мисс! 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 Простите, это я, ваша трость. Спасибо, что захватили. Я так некрасиво поступила. Что вы? Ерунда. Но вы сказали что-то про ваш последний шанс. О чем это вы? Шанс помочь сестре. О. Моя младшенькая. Я показываю фото суперсекси-девушки, да? А, да, да, так и есть. Я плачу сейчас. Я сама иногда не знаю. Эбьен, хотя бы выиграла. Еще нет. Следи за нашей сисястой принцессой. Вот, возьми, Пенни. Нет, Томас, я не могу их можешь, принять. Можешь, Пенни. Но так нельзя. Позволь помочь. Иначе твоей сестре так и ходить с заячьей губой. Да, ты прав. Пенни, поговорим о тебе. В смысле, поговорим? Расскажи, как так вышло, что ты... Ослепла? Да. Это психосоматическая проблема. Истерическая слепота? Почему сразу истеричка? Нет, я хотел сказать, значит, есть надежда, что ты прозреешь. Да? Так говорили, но я все перепробовала. Гипноз, лекарства, даже наняла некоего Барри, чтобы пугал меня на подземных парковках. Он такой... Привет! Но это только от икоты помогает. Что-то точно поможет. Есть вообще-то один психиатр. Клиника у него в Германии. Он супер продвинутые вещи делает. За бешеные деньги. И сколько он берет за лечение? $500 000. Нехило. А я о чем? У доктора Шауфхаузена талант. К чему это? Зачем вообще глаза? 500 000, говоришь? Вроде того. 15, incroyable. Работает по твоему методу. Что ж, нам это подходит. Хватит уже обо мне, расскажи о себе. Но... Мне интересно. Я приехал к инвесторам-французам. Прилетел на частном самолете. Они хотят узнать про мои новые разработки. О. Но я думаю, хотят очередной Яхам. Что? Приложение для телефона я разработал. А, считает, сколько схомячил за день. О, да, прикольно. Нет, не совсем. Это прога приложение, типа игрушки. А, ясно. Но новый проект, я считаю, способен принести пользу людям. Если только кто-нибудь... вникнет в мою идею. Понимаю. Ты очень добрый. Будь я зрячий, сразу увидела бы. Пенни. Напомни, как зовут того врача в Германии? О, доктор...
Шауфхаузен. Шауфхаузен. Пишется через F. Да. Отлично. Что ты делаешь? Ищу информацию о нем. Про него мало что известно. Я слышала, он затворник. Я нашел его сайт. Правда? Делов-то. Зачет. Даже имейл указан. Да ты прикалываешься. Не может быть. Есть. Нет слов. Черканул ему, отправил. Вдруг ответит. Томас, нет, ты... Что? Зря ты это сделал. Вряд ли он ответит. Но он ответил. Ну, конечно. Автоответ, он в отъезде. Поищем его в соцсетях. Обалдеть. Не может быть. Что? Обалдеть. Простите, сэр. Здравствуйте. Меня зовут Томас, и моей подруге Пенни очень нужна ваша помощь. Я увидел фото из бара и бросился вас искать. Таких совпадений просто так не бывает. То, что вы здесь, это знак свыше. Что скажете, доктор Шауфхаузен? Вы ей поможете? Jij bent leuk. Jouw kamer of de mijne? Сири, перевод с немецкого. Das ist не немецкий, а голландский. О, здрасте, мы знакомы, играли в рулетку. Das ist неверно, мы не знакомы, иначе бы вы уже знали, что вы я... Вы доктор Шауфхаузен? Определенно. Diese junge Mann ist interessiert in Sex mit jou. Sicher weten? Er ist wel mein Type. Vergeet het maar. Auf Wiedersehen. Доктор Шауфхаузен, я не хотел вас обидеть. Я не обиделась. Я не нашел ни одного вашего фото в интернете. И я просто не ожидал, что вы женщина. Вот теперь обиделась. Простите. Простите меня. Умоляю, не наказывайте Пенни за мой сексизм. Пенни? Das ist Penny из Кутамандры в Австралии? Да, это она. Я помню ее письма, весьма трагедиш. Удачи вам. Что? Доктор Шауфхаузен, как мне вас убедить принять ее здесь, сегодня? Юноша. Томас. Томас, не положено принимать пациентов во время своего отпуска. Если это вопрос денег, я вы готов. Вы же ей денег не тафали? Немного, но для ее сестры... Вы не должны... Ни при каких обстоятельствах давать деньги пациентиш. Das ist укрепляет ее уверенность в собственной беспомощности лечения капут. Значит, вы ее примете? Я согласна осмотреть ее. Да! Вы меня уговорит. Где она 7 минут? Пенни? Секундочку! Сейчас! У меня для тебя сюрприз. Томас, куда ты вдруг убежал? Ты не поверишь, кого я нашел. Кого? А вы как думаете? Это доктор Фредерика Шауфхаузен. Да речи потеряла. Зрение к вам скоро вернется, фройлен. Я здесь, и я вам помогать, дорогуша. Доктор Шауфхаузен ужинала в нашем отеле, а я увидел ее пост, как по заказу. Невероятно. Я должна оценить ее состояние. Томас. Да? Дас ист сюда штуль. Предупреждаю, майне метод нихт штандартиш. Согласны? Да. Данке. Покиньте зону осмотра. А, понял. А, тут можно? Я, дас ист гуд. Хорошо. Сест. Итак, вы не видите абсолютно нихц. Ни форма, ни цвет, ни цвет. Ничего. Как я сказал... Молчат! Эй, моя трость! Я запрещаю использовать костыль разума. Упрямый, как и пациентиш. Фишу. Вы нет, а я та.
Вы начнете осмотр? Впечатляет. Гуд, Пенни. Посмотрим. Я осуществлять подачу воздуха вам в класс. Я сильно дуть, но вы должны ощущать нихц. Рыбой пахнет. Да, сест интересно. Тело реагирует, но разум не включаться. Пенни, вы кое-что съест. Вы должны угадать, что вы ест. Это я запросто. Я готовить закуска. Мин штиллер нахт зурестерн бахт айн бигунт зуклаген дерн эхт жевинт хат зюст унд линт. Готова, Пенни? Летит самолетик, открывать ротик. Что вы ест? Картошка. Можно еще? Фантастиш! Вы очень гуд, слепец. И как слепец, вы знать, сколько от вас до дверь шагов, да сыс шаг. И натюрлих от дверь до лифта. Так шлепы ориентироваться в пространство. Иначе вы фрезаться все время кругом я. Да, я знаю, сколько туда шагов. Итак, Пенни, я открыт дверь. Штрасса без препятствий. Я прошу пробегать на полную скорость und stoppen. Перед лифт. Вы справитесь? Да, ну... Легко, да. Не зря чем уж пробежать по прямой, как два пальца. Вундаба! Зо всех ног! Старт! Сейчас? Я! Я за нее браться. Томас, я покажу вам дом. Хорошо. Только... Комбита. А. Шнелле. А как же... Пенни. Да, мы приехали. Ау! А мы уже приехали. Где вы? А... Это война. Доктор Шаффхаузен, насчет гонорара. Мне надо подготовить трансфер, так что деньги скоро будут у вас. Я... Она там не покалечится? Нам очень важно не вмешиваться. Томас, майн метод отрицательное подкрепление. Ваша задача und mein провоцировать ее к выздоровлению кайфом. Чем? Кайфом. Ладно. Вы считать меня чокнутой, я? Да, соснехт. Нет. Если рядом с Пенни всем кайфовать, она захочет увидеть, как мы кайфуем во от чью. Да. Жалость, найн, только кайф. На свой этаж. Зачем мы это делаем? Как вы брать Томаса под руку, так же брать и по фоте. Это какой-то бред! Приближаться, Дасхольм. Ah!
Das ist Cabernet. Я его обожаю. Он вяжет рот. Он так очевиден. А мне можно? О, да, Пенни, возьмите майн. А вы стакан поставили? Выпейте, когда увидите бокал, так хорошо, чтобы взять. О, боже, я, кажется, немного пролила. Эльшультики. Вот же я неловкая. Доктор Шафхаузен, я вам помогу. О, нет, мне так неловко. Я прокинула вино на... Поможет Пенни. Да, Фертис, все это для ее блага. Хорошо. Вы бы видели, Пенни, Томас и я танцеваем. Если бы. Но вы можете нас видеть. Ага, я и какашку могу сожрать, но не делаю же. Я здесь постою, сумку посторожу. Ишь, наглая тощая вертихвостка. Простите? Это доска, два соска. Задвергала бедного мальчика. Да я б забила, но есть нюанс. Он мой бывший парень. Да ты гонишь. Она моя лучшая подруга. Вот шлюха. О, мой бог, крошка. Ты же и правда совсем слепая. А, бедняжка. То есть ты ничего не видишь? Я ослепла, и она к нему сразу подкатила. Змея! Смотри, Пенни, смотри, как наши тела твихаются в унизон. Очень чувственно. Ну все, сейчас она у меня получит под зеркалки. Если бы я только могла уединиться с ним, он бы передумал отменять свадьбу. Мы тебе поможем. Мы профи. Положись на нас, пупсичек, ты мой незрячий. Девоньки! Помада просто блеск, подруга. Данке. Вас издаст. Сейчас девонька тебя настигнет, как карма. Однако. Карма. Сама напросилась на свою Кардашьян. Как вафля? Очень, попробуешь? Да, хочу. Да, спасибо. Странно, что доктор Шафхаузен вдруг ни с того ни с сего пропала. Немцы такие внезапные. Да и, скорее всего, это часть ее безумного плана лечения. Главное, не сдавайся, Пенни, ладно? Тебе нелегко дается лечение, но в мире столько прекрасного. Этот вид, свет фонарей и твое лицо, когда я несу пургу. Вот как сейчас? Да, именно. Но я обожаю, когда ты смеешься. Что? Вот так. Нет, да ладно. Перестань. Придется тебе поверить на слово. Мне это как зрячему виднее, не сомневайся. Ты красавица, Пенни. Не переживай, уверен, доктор Шафхаузен пустит в ход тяжелую психоартиллерию, как только я ей заплачу. Кстати, я как раз хотела попросить, можешь дать деньги сначала мне, чтобы я сама заплатила за лечение? И я знаю, конечно, это бред, но я так не буду чувствовать себя откровенной поберушкой. Легко, я тебя понимаю, только сначала надо продать последний пакет акций. Ты разве не владелец компании? Ты же богатый? Нет. Нет? Нет, алгоритм для приложения придумал я, но инвесторы выкупили у меня мою долю. И за сколько? За миллион. У меня осталось 400 тысяч. Но ничего, моя бабуля одолжит мне немного. То есть после того, как ты заплатишь за меня, останешься ни с чем? Да, ну не страшно. У меня полно свежих идей, а толстовки стоят недорого.
Я не понимаю, ты готов стать банкротом ради постороннего? Я тебе никто. Знаешь, моя бабуля говорит, деньги нужны, чтобы делать добро, а к тебе вернется зрение. И ты мне не посторонняя. Ты Пенни. Это точно. Дорогая, я дома. Серьезно? Ты думала, отчаянные домохозяйки окажутся мне не по зубам? Море лимончелло плюс турнир по армрестлингу, и вот мы лучшие подруги. Сляви. Пари отменяется. О, не уходи, Пенни, ты научила меня любить. Выберем кого-то еще. Даже не обсуждается. Мое терпение на исходе, и начинать сей абсурд заново я не желаю. Несъедобные. Он хороший парень. Это несочетаемые вещи. Знаешь, когда я вылавливала жертв на сайтах, всегда наступал момент, когда я решала, я нагрею тебя. И было это не тогда, когда мужик клевал на фото замануху, и даже не тогда, когда он фоткал свой член. Решающей была встреча в офлайне. Я входила, а он смотрел на меня вот так. И я решала его обчистить. Но Томас на меня смотрит совсем не так, он другой. Он действительно хороший парень. Вот только мы с тобой не хорошие, Пенни, и спорим не на то, кто ему милее. Радуйся, я выиграла бы. С чего бы? Да ладно, Томас втрескался. Втрескался? Да, и он сделает все, что я у него попрошу. Вот и способ разрешить наш спор. Если тебе не по душе отнимать деньги у дражайшего Томаса, пусть трофеем станет он сам. Я думала, ты не спишь с жертвами. В данном случае сделаем исключение и поднимем ставки, если ты не боишься проиграть. Не льсти себе. Мужики не собаки, на кости не бросаются. Тогда по рукам. Томас наш трофей. Да. Да. Ну все, хорошо, пора баньки, а то завтра надо проснуться и быть готовой соблазнять. О, безусловно. Рассказать тебе сказку? Да нет, не надо. Альберт? О, привет. Спасибо. Попадалова. Душевные дамочки, но не люблю автозагар. Девочки! Салют, детка. О, ты, Пончик, не на тех напала. Я все объясню. Пупсик, вляпалась ты не по-детски. Моя кузина ослепла от диабета. Не уходи в отель, Джо! Подожди до утра, и сама выспишься, и он... Куда это ты собралась, Цыпа? Девочки, давайте-ка супер-клей. Томас. Доктор Шауфхаузен? Прошу. Я Фредерика. Ладно. О, боже, простите. Заезжайте. Данке, Шон. Это kleine Surprise. Мы много работать, помогать Пенни. Мы можем немного пошалить, а? Устрицы афродизиак. Нет, спасибо. О, о боже, простите. Ной, доктор... я сама поймала, достану. Досыст. Томас, должна вам признаться, я здесь вовсе не досыт еда. Нет. Найн.
Я надеюсь, что не переступаю границ. Помогите мит майн кодирование. С кодированием? Я что-то майн зайт нихт арбайтен. А, программирование. Mm-hmm. Это легко. А в чем проблема? Когда я использую JavaScript, mm-hmm. парсер страницы некорректно обрабатывает метаданные, и свойства CSS слетают. Вы не пробовали CSS парсить регулярками? Найн пробовала. Хм. Пофиксил. Вы знаете, день был длинный, я что-то устал, так что пора. Сегодня полная луна. Вы ее видели? О, свежий воздух на коже. Ясно. А вам не холодно? Куда вы? Я сегодня такая смелая. Это не смешно. Вернитесь в номер. Вы поймать мих, Томас? Прекратите. Хватит. Не надо. Томас. Доктор Шафхаузен. Фредерика. Вы были дисциплинированы. Я иметь урок поинтереснее. И порядочной. Натюрли. Не стоит выходить за рамки рабочих отношений. Все ради Пенни. Ради Пенни? Угу. Разумно. Тогда мне пора. Auf Wiedersehen. Вернитесь. Томас. О, Альберт, Альберт, приветик. Не найдется ли у тебя отмывочки для суперклея? Вот это совпаденница. Вот это мне повезло. Да, обожаю тебя. Что? Альберт? А зачем так издеваться-то? Жозефину Честерфилд, она же доктор Шафхаузен. Эй, мадемуазель, мы в курсе всех ее псевдонимов. Мадам весьма щедра. А она была тут ночью? Уй, с программистом. Твою ж, ясно. Погоди, а когда она уходила, довольная была? Ну, типа, отжарили ее? О, нет. Нет? Она еще в номере. Победа за тобой, уже собираюсь. А, победа? И что я выиграл? Томас, не ждала тебя. Я зашел, чтобы попрощаться. А где доктор Шафхаузен? Не знаю. Она утром неожиданно куда-то умчалась, а теперь и мне пора ехать. А, инвесторы сказали возвращаться домой. Но я не мог уехать, не сказав, что ты самое лучшее, что со мной здесь произошло. Ну что ж, пока, Пенни. Дома, стой, не уходи! Ааа!
Господи, Пенни, ты жива? Неделька выдалась просто жесть. Урод. Стоп. Пенни, ты сейчас увидела Альберта? Пенни, ты меня сейчас видишь? О, а ты шатен? Да, так и есть. Сейчас, Пенни, можешь прочесть это? Нет, это французский. О, прости. Ну, а это? Социофобия. Не ты овца, а мир говно. Да, ты снова можешь видеть. Я вижу, как ты выглядишь. О, за это прошу прощения. Ты чего? У тебя такое милое лицо. Значит, деньги доктор Шауфхаузен получила не зря. В каком смысле? Надеюсь, ты не заплатил ей 500 тысяч. Заплатил. Я хотел, чтобы ты продолжила лечение. Нет, это же все, что у тебя есть. Ты это заслуживаешь, Пенни. Погоди минутку, я не понимаю, ты хочешь перевести мне 500 тысяч? Моя сестра выиграла в лотерею, победила комбинация моего дня рождения и размера лифака. Я возвращаю деньги за лечение. Это не важно, я не принимаю их. Томас, я настаиваю. И я тоже. Хорош, каждый раз 2 бакса комиссию дерут. Вот черт. Деньги у тебя, хватит их футболить. Ладно. Пенни, решайся. Летим со мной. Я не могу полететь с тобой. Почему? Ты не знаешь меня. Настоящую. Ну, я хотел бы. Если передумаешь... Бывай! Чего орешь? Ты же выиграла спор! Нет! Стой! А ну вернись! Остановите самолет! Назад! Нет! Нет! О, самолет не внял мольбам шибанутой козы. Вот она наша вдовалка! 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 Вчера вечером я пришла к нему в номер, и да, я хотела его соблазнить. Думала, успех обеспечен. Он выключил свет. Но лишь с целью показать презентацию своего мобильного приложения. Он закончил излагать свой бизнес-план, я иду в постель, а он заявляет, что брезглив до крайности и погнал меня в душ. Я оскорбилась, но во имя нашего пари пошла. А выйдя, обнаружила, что он исчез вместе с моей одеждой, украшениями, мобильным и даже прекрасными лимитками от Джимми Чу. Нет. Харе заливать. Я не поверю, что этот милый и добрый парень стырил твои джимичушки. При том, что он только что отказался брать у меня 500 тысяч. Ду. Ты ему зачем 500 тысяч давала? Ты его обокрала на эти деньги. Да нет же! Ты глухая или у тебя жир вместо мозгов? Я не украла у него деньги, а вложилась в его проект. И сколько? 500 тысяч долларов. А Томаса? Нет! Дай сюда! Дай сюда! Пенни, я говорила искренне, но есть одно но. Нет лучше объекта для обмана, чем аферист. Этот урок я усвоила от бабули. Ты ее знаешь как? Медузу? Это значит... Ты бабка Томаса! Больная! Нет! Включи голову, Пенни! Очевидно, что Томас внук Медузы, и она обучила его, и теперь Медуза он! Ты хоть немного соображаешь? Он нифига не вернул мне биткоины. Мои полляма у него на счету. Как и мои 500 тысяч. Мы добровольно отдали сопляку $1 миллион. Это что, прикол? Боже, из всех лживых, двуличных, коварных не и разрушенных, коварных, скользких гадов. Я разозлилась и возбудила. В моей жизни он должен. Но он офигенный, согласна? Фу!
Альберт, прости, что называла тебя старым хреном. Там и хрена-то, небось, уже нет. Пошла ты. Спасибо, что оставила на пару недель. Разрешала я на одну. Да, клёво потусили же. И куда ты направишься теперь? Да вот подумываю в Таиланд рвануть. Может, Бангкок или Инжир. Алжир. Не, не так произносится. Что это? Твоя доля за аферу «Властелин колец». За вычетом расходов. Гардероб, питание, грим и прочее. И минус стоимость разбитых ваз. И ремонт канализации. Что? Аривуар. Ричи пытается проскользнуть, зайки, спасибо. Вот и ладненько, всем чмоки, замечательно. Итак, приветствие. Кэти, звезда с волшебной попкой, Ланью ко мне. Ричи, я старая женщина, запыхалась. Не наговаривай ты, супер, сама знаешь. Хорошо, так, зачем мы здесь? Я показывал Кэти элитную недвижимость на Капри, но у этой роскошной пантеры и вкус отменный. И речь не о недвижимости, люкс. Кэти обожает животных, но больше кошечек и собачек она любит пушистиков, которые, скажем прямо, капельку под запретом. Я прав? Конечно. Напомни, Кэти, что ты хотела основать? Монастырь, кажется? Приют со спа-котик для редких видов Прелестно. Животных. Я тут же сказал, Кэти, я обязан тебя кое с кем познакомить. Поэтому мы доверились волнам, и вот мы здесь! Кэти, познакомься! Звезда Южной Африки, профессионал, умеющий хранить секреты продавца животных. Имка Беккер. Что молчим, Имка? На сафари язык оторвали. Нет. Акуна матата. Отрадно встретить ценителя дикой природы. Я большая поклонница антилоп. Да-да, я тоже. Но какой же я бяка, забыл вам представить. Незаменимую помощницу Имки. Дамы и господа, если надо завалить крокодила на лопатки одним взглядом, Шилов Поппинс не знает равных. Но такая трагедия, Шиле оттяпал язык в ужасной бойне свирепый красногрудый вомбат. Бедняжечка. Жаль. Но она знает язык жестов. Да. Еще как знает. О, вот хорошо, и прекрасно. Конечно, конечно. Что она говорит? Она предлагает не стоять на улице, а зайти и съесть по порции лучшего мороженого. Именно так. Все любят мороженое, как я? Конечно. Все идем за мной, мальчики и девочки. Все наверх по каменной лестнице. Кэти, держи. Шагаем за Кэти. Она вожак. Идите за ней наверх и не отставайте. Вперед. А наверху вас встретит гном Альберт. Он высечет искру для барбекю, потому что у нас сегодня праздник с дымком. У-ху! Мой улов уже 6 миллионов с начала года. Впечатляет и невероятно бесит. Но вместе мы заработаем куда больше, на порядок больше. Вы обе отпетые мошенницы. Моя бабуля пришла бы от вас в восторг. Из нас троих получится команда мечты. Ты мне наврал. Пенни,
все, что касалось тебя, было правдой. Итак, первый миллион – это твой долг нам. Следующий будет твоим извинением. Да, если нагреешь нас еще раз, я тебе тогда целый год не дам. Ну, или полгода. Хотя, нет, целых 24 часа. Хотя, наверное, минимум до обеда магазин будет закрыт. Вот так вот. Это все? Да. Так что не накалывай нас. Ясно. Значит, мы приступаем? А вы как умудрились дать им 200 тысяч фунтов? Пластика груди – штука недешевая. К тому же в долларах это ж всего 500. Ошибаетесь. Эй, приятель, тут две женщины не пробегали? О, да, пробегали с пачками наличных в руках. Они? Да, побежали туда. В погоню! Вызывайте подмогу! Не платье, а просто подарок. Признаю, Пенни, задумка с платьями блестящая. Золотые слова. Счастливого Рождества. Томас, у меня подарочек. Спасибо, Санта. О, избавьте меня. Second guess me, 'cause baby I'm the boss. Don't underestimate me, 'cause I'm the one in charge. В фильме снимались Энн Хэтуэй, Ребел Уилсон, Алекс Шарп, Дин Норрис, Тимоти С. Саймонс, Ингрид Оливер, Николас Вудесон и другие. Композитор Энн Дадли. Монтаж Энтони Бойс. Художник Элис Нормингтон. Оператор Майкл Колтер. Исполнительные продюсеры Илона Херцберг, Дейл Лонер, Чарльз Хиршхорн, Элисон Оуэн. Продюсеры Роджер Бирнбаум, Ребел Уилсон. Авторы сценария Стэнли Шапиро, Пол Хеннинг, Дейл Лонер, Жаклин Шефер. Режиссер Крис Эдисон. Фильм дублирован студией Пифагор по заказу компании Universal в 2019 году. Режиссер дубляжа Ярослава Турылева-Громова. Звукорежиссер Екатерина Ларченко. Русский синхронный текст Андрей Польских, Татьяна Абрамова. Ассистент режиссера Ирина Винникова. Роли дублировали Ирина Киреева, Варвара Чебан, Илья Слоневский, Марьяна Спивак, Михаил Орлов, Владимир Поленица, Анатолий Пашнин, Иван Породнов, Марина Тарасова, Юлия Горохова, Егор Васильев, Илья Ковалев, Александр Скиданов, Юлия Яблонская, Евгений Хазов и другие.
Как мы используем нож? Я не вижу на нем масла. Итак, Энрике, продолжай. Хотя ты сам извлек выгоду из эмиграции в Штаты, ты уверен, что во Флориде нет места новым мигрантам из Гватемалы, я правильно понимаю? Да, полагаю, что в данный момент мы находимся... Чего вы пялитесь? Теперь невинностью прикидываетесь? Длань ваша легла на сиськи Розалинде! Отрицать изволите? О, Гортензия велела выкопать тело своего воздыхателя спустя день после смерти. Увы, зря. Семья его не примет. Только потому, что он не белый. Сестра, дозволь мне, наконец, исполнить песню. Я жажду ее услышать. Гортензия написала песню в честь нашей помолвки. Это чудесно. Я же просила лютню. Это лютня. Авторство Гортензии, акустическая версия. Свадьба. Смерть. Это талант. Научиться такому нельзя. Бон аппетит.